Новогоднее чудо досталось нам из очередных дач. Мама немного диковатая и три, ну, совершенно очаровательных щенка. Мальчик и две девочки. Полюбуйтесь. Пытаюсь попить кофе. Да? Не получится. Все здесь или еще не все? А. Еще не все. Где остальные? Мамины. Стоп. Привет, солнышко. Старички в чае, в большей части. Вот старичок, тот старичок. Что, красотка, в этой раны зажили. Вот это большой старичок, большая бабушка наша, да? Моя девочка. К тому же сопливит сильно. Так что лечимся, ребят, лечимся. Мои хорошие. А где? Вот все остальные, да? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Кого не хватает? Одного не хватает. Ребят, кого не хватает? А, маленькие мои? Мама кофе попьет, нет? А? Кофе попьем? Я вас уже угостила. Дорогие друзья, у нас праздник, накрыты праздничные столы, собираются семьи, это все прекрасно. Но наши хвостики, у них суровые будни в приюте, и очень хочется, чтобы эти праздничные дни, они были сыты. Поэтому давайте поздравим их, пусть маленьким, легким переводом. С Новым годом, друзья!